Вчера днем 38-летние принц Вильям и Кейт Миддлтон нанесли новый официальный визит в знаменитую пекарню Бейджил, расположенную в восточной части Лондона, которая работает с 1974 года. Герцоги Кембриджские встретились с сыном сооснователя пекарни и ее работниками, чтобы обсудить, как эпидемия сказалась на их работе. Посетив пекарню, герцог и герцогиня хотели выяснить, как людям удается вести малый бизнес во время пандемии, как они помогают тем, кто потерял работу в это сложное время. В разговоре с супругами владелец пекарни Элиас Коэн признался, что на время карантина и круглосуточная пекарня была вынуждена сократить часы работы и отправить большинство сотрудников в отпуск. Несмотря на понесенные убытки, предприятие присоединилось к программе пожертвования продуктов питания для людей, нуждающихся в помощи East End. После беседы с владельцем заведения, Вильям и Кейт решили одеть фартухи и присоединиться к работникам кухни, чтобы вместе с ними приготовить фирменные булочки. Перед тем, как приступить к работе, супруги вооружились защитными масками и обработали руки санитайзером. В процессе приготовления выпечки Кейт и Вильям постоянно подшучивали друг над другом. Так Вильям намекал, что у супруги явно лучше получается работать с тестом, и давал ей лидерство в этом деле. «Новичкам всегда везет, просто подождите, пока не увидите последствия», ответила на эти подколки Кейт. Для визита в знаменитую на весь Лондон пекарню Кейт Миддлтон выбрала платье от бренда Boulogne London, в котором ранее уже появлялась на одной из видеовстреч в период карантина. Образ герцогиня дополнила коричневыми лодочками Ralph Lauren и украшениями Patrick Melrose. Помимо пекарни Bejel Bake, в этот день Кейт и Вильям посетили мечеть East London Mosque, а также исламский центр. Здесь они пообщались с волонтерами, которые помогают нуждающимся во время эпидемии. Кроме того, герцог и герцогиня нанесли визит в местный центр занятости London Bridge Job Center, выяснив у персонала детали их работы, а также узнав, сколько людям удалось найти вакансии с помощью центра. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.